Трагедия в Виктории. Суд не стал избирать новую меру пресечения для воспитательницы лагеря Натальи Цокур. На этом настояла прокуратура. Ведомство поддержали и родители детей, которые пострадали на пожаре. Наталья Цокур отвечала за противопожарную безопасность в оздоровительном учреждении. Сразу же после трагедии ее взял на поруки нардеп Мустафа Наем. Наталью Цокур подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по отношению к жизни и здоровью детей. Я не собираюсь скрываться или еще что. Я открыта и готова. Ну, я сама за то, чтобы были наказаны виновные, потому что это... Понятно, очень большое горе. И я только за, чтобы помочь следствию разобраться в этом деле. Мы ее поддерживаем. Мы с уважением относимся к тому, что она содействовала следствию. Она одна из единственных, одна из немногих, кто рассказал все обстоятельства функционирования лагеря. Она пояснила обстоятельства и состояние пожарной сигнализации, и вообще пожарного состояния лагеря и так далее. Пожар в лагере «Виктория» произошел ровно полгода назад. Его жертвами стали три девочки. В различных производствах фигурируют пять подозреваемых. Директор лагеря, воспитательница, которая отвечала за пожарную безопасность, профильный вице-мэр, главный спасатель Киевского района и инспектор, который проверял лагерь. Уже в 2018-м мэрия планирует потратить 8,5 миллионов гривен на реконструкцию лагеря. Какие здания хотят отремонтировать и намерены ли городские власти открыть «Викторию» в этом году? Смотрите в итоговом выпуске новостей.